Какие качества необходимо развивать человеку, чтобы процесс нисхождения знания от учителя был успешным? Нужно изучать, кто такой учитель. Качества разовьются сами. Нужно садиться, слушать звук и кланяться. Качество не можно, нельзя развивать с помощью логики. Допустим, некоторые думают, я смиренный, я смиренный, я смиренный, развивает в себе качество. А смирение это же награда. Все качества, которые существуют у человека, это награда за его поступки. Что надо делать? Надо совершать поступки. Кланяться духовному учителю это поступок. А размышление в данном случае бесполезная вещь. Я смиренный, я смиренный, я смиренный. Или, допустим, развивать в себе покаяние. Как есть такая история смешная. Один ученик, как бы, он развивался покаяние и постоянно повторял, я самый падший, я самый падший, я самый падший. И он повторял, повторял, и он пришел к своему учителю и говорит ему, я самый падший. Это реальная история. Тот посмотрел на него, говорит, нет. Тут говорит, в смысле? Я самый падший, духовный учитель, я самый падший. Тут говорит, нет. Он говорит, а как? Они как, ты просто падший, говорит, ты не самый падший. Просто падший и все. Почему? Потому что когда мы пытаемся в себе что-то развивать, это тоже становится частью эгоизма. Если мы падшие, то самые падшие и так далее, понимаете? Часть эгоизма, он у нас поставил на место просто и все. Таким образом, надо понять эту систему. Не надо в себе никакие качества развивать. Надо просто кланяться гуру и быть полезным ему. Выполнять его наставления, выполнять его рекомендации, читать его как бы, философию, изучать все, молиться каждый день, практику совершать. И результат какой этой практики будет? Жизнь станет возвышенной. Смирение станет больше в сердце постепенно, потому что оно перейдет же от этого человека. Чистоты веры больше станет. Все начнет изменяться в жизни. Жизнь гораздо проще. Качество человека не может изменить. Свой характер изменить невозможно. Ведь характер дан как наказание. И изменить невозможно. Но если человек служит святому человеку, он пропитывается святостью, и наказание уходит из жизни. Характер меняется сам. Так все работает.